Восьмое задание. Восьмое задание – это очень коварное задание, в зависимости от того, как стоит вопрос, значит, решение будет одним или другим. В среднем на 100 карманных фонариков приходится 7 неисправных. Найдите вероятность купить работающий фонарик. Ответ нужно округлить до сотых. Итак, на 100 карманных фонариков приходится 7 неисправных. Вот здесь, если вам сказано, что из 100, это одна задача. А если на 100, то это другая задача. В данном случае говорится, что на 100 карманных фонариков 7 неисправных. Итак, всего фонариков 107. 100 фонариков, да еще 7 неисправных. Найдите вероятность купить работающий фонарик. Значит, работающих у нас 100, неработающих у нас 7. И мы получаем, что работающее это 100 делим на 107. 0,93. Значит, немножко изменим задачу. Пускай она будет звучать так. Из 100 фонариков 7 бракованных. Из 100 фонариков в целом, да, 7 бракованных. В этом случае запись немножко другая. Всего 100 фонариков бракованных 7. Тогда не бракованных 93. И мы получаем, что благоприятные события – это не бракованные. Вероятность найти работающий фонарик – 93 сотых.